Так, значит, сегодня у нас 31 июля 2021 год, Харьков, 4.26 по Киеву в Харькове, 1600 ISO, и, в общем-то, то, что мы видим на экране, примерно соответствует. Там у нас сколько освещенность. Мешает, помогает нам снимать. Ну вот Сатурн. Хотел я снять, в общем-то, ради него сейчас съемка и затевалась. Очень хорошо. Вообще никаких колец, да? Уменьшил выдержку один к двум сотням. Сейчас выдержка. Ну, за счет этого видим. Отдельно. Улица Сатурна. Ну, это-то 1:30. Да, довольно светло уже. Поехали на Юпитер. Ёлки-моталки. У нас там на Юпитере сейчас такой чудесный дуплет спутников Ио и Европы. Да, ИСО 1600, это, конечно, сурово. Даже Калиста вижу. Солнце взойдет. Ну вот тебе Калиста. Что за прелесть? Ниже Юпитера Калиста. Наслаждаемся. 4:29 по Киеву в Харькове. То есть уже светло на улице, а мы на Калиста смотрим. А вот какой у нас дуплет великолепный. Ио Европа. Левее Юпитера. Давай. Выдержку уменьшать. А вот там Ганимед, но мы сейчас не будем ему. Много внимания уделять. Я вижу экваториальные полосы, я вижу Ио Европу. Чудесно в окуляре. 1:400. К 400. Сейчас выдержка. А ну давай. Не будем себя отказать в удовольствие. ИСО 1600, я напоминаю. То есть это вообще мыло какое-то должно быть. Выдержка 1:1250. Спутников не видно. Да, не фонтан. Ладушки, пошли. Посмотрим на Луну.
Да, это у нас рассвет. А луна у нас секунда. Горизонтально надо какое-то положение найти. Вот оно. Вот это 1:30 выдержка. Половинка луния. Лена, привет. И еще раз спасибо за термин. Ой, ужасно. Не хочу это снимать. Слишком уж мы, да. Так, уже совсем светло пошли, может, Меркурий попробуем подловить. 4:33 по Киеву в Харькове. 31 июля 2021 года.